Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. И мы сегодня пойдем в Одессе попрыгать на батуте. Так, мы с вами находимся напротив Одессы, эпицентра, можно сказать, и там вот еще метро, тут эпицентр, и вот тут вот большая новая почта, какая-то штука, смайл. Я уже давно не прыгал на батуте, и в общем мы попробуем. Я уже был тут один раз, я более-менее знаю, куда идти. Вот, найти достаточно легко. Вот тут какой-то очень большой склад новой почты. И нужно зайти вот с этой, с правой стороны, вот на его углу. В общем, что, будем пробовать прыгать на батуте. Я прыгаю достаточно редко. Конечно же, я прыгал уже на батуте, есть чуть-чуть. Короче, порох в пороховницах. По крайней мере, в последнее время, не знаю, раз в полгода прыгаю. Так-то, конечно, надо прыгать чаще. И вот тут вот гимнастический клуб. Клуб называется «Исток», по всей видимости. Вот меня друзья пригласили, они там уже... должны быть. Тут открыто. В общем, как я уже говорил, я уже один раз был. Так что, в принципе, неплохо тут попрыгать. Не очень дешево, не знаю, может быть, полуподпольно как-то мы прыгаем. Сейчас зайдем, заплатим 80 гривен. Что, мы сегодня снимаемся? Да, обзор. Stop. No, 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 no.
есть чуть-чуть. Короче, пора хоронится. Смотрите новые видео на канале Тамалук.